Все, нарисовал, все тут полчаса с папой рисовал. Сегодня вообще лень готовить, у меня вообще идей нету. Хотя, что это вместо Арины? Это мой стол. Арининого стола нет. Артур, ты себе новое место нашел спать. Всем доброе утречко. У нас с самого утра, Вова еще дома, еще диван даже не сложили. Рисовашки. Артур уже весь изрисован. Ты губку достал, да? Вот, достал отсюда губочку, надо на место поставить. Вот, играется тут. Нравится ему однозначно рисовать и играться. Смайлик весь изрисовал. Диван? Пытался везде, но это, наверное, обычное дело. К этому нужно было быть готовым. Все, нарисовал, все тут полчаса с папой рисовал, да, пока мама видео доделывала с утра. Вчера поздно лег, вчера не спал днем вообще. Встал утром, 10, наверное, 15. Потом весь день не спал, гулял. Лег. Ой, кусачка тут. В 11 или в 12, да? Сегодня встал во сколько-то? Встал 8? Ты как этот, как индеец. Разрисовал себя. Ну вот так, надо диван уже складывать. Кушаю виноград, Артучик, вкусный. Мама йогурт сделает, потом тоже будет кушать виноградик. Так, Артурчика я заняла, мультик поставила ему. Буду делать йогу для беременных, которая помогает раскрывать тазовое дно, готовит к легким родам. Все, еще мне понадобится подушечки, все. И это у меня займет минут 40 где-то. Мы тут прогулялись на рынок, немножко с Артурчиком на улице жарень. У нас лето, в общем, в середине... Да, осенью. Ну, это третья декада. Конец тебе. Да, Артурчик? Кексик кушает, который я пекла. Вкусно очень, с яблоком. У него, кстати, кофта уже зимняя. Все этот пингвин в шапке. Пингвин. Покажи своего пингвина. Убегает вон он. Артур! Ой, бегун! Прикинь, как эмоции зашкаливают, что начинаешь кричать от эмоций. Ты смотри, куда бежишь. Вова продумывает себе соус. Вот мы тут, пока Артур спит, Арина там с ним. Думаем, что приготовить. Я салат сделала. Почти. Сделаю, да. Опять кебабы будут, только немножко с другим составом. Ну, типа кебабы. В общем, рулет из лаваша. Будем делать. Вот, картошку. Не знаю, может, какие-нибудь овощи потушить Артурчику. В общем, думаем тут.
Сегодня вообще лень готовить. У меня вообще идей нету. Надоело уже, надоело. Вот, кризис. Да, на готовку. Коты тут тоже уже подъедают. Вот так вот. Ну, что-нибудь, в общем, посмотрим, что у нас там получится. Ну что, поставила такое ассорти овощное. Ну, с чечевицей. Без зажарки, в общем. Должно получиться, я думаю, вкусно. Потому что здесь чечевица сама по себе вкусная уже. Ну, это будет такая овощная добавочка. К гарниру картошка. Все, Артур не ходит больше туда-сюда. Ходил сейчас туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Прохаживался. Шагометр себе нарабатывал, да, Артур? Сегодня мама заняла место Арины. Хотя, что это место Арины? Это мой стол. Арининого стола нет. Надо дошить рюкзак. Классный будет, с замочками. Такой интересный вообще. Красотень. Вот, в процессе. Так что Арина сегодня за бортом. Ну, что поделать. Вот такая у нас комнатка, что не помещаемся. Но это же все временно. Вот так вот. Артур массажирует ноги. Постоянно причем. Ты же говорил, не будешь. Хочу посмотреть, что это. Оно будет соскальзывать. Другая часть. А чего оно соскальзывает? А ты аккуратно. Ты стол не задвинул, сейчас залезет. Не-не-не. О, как оно? Бэтменский телефон. Алло. Миньоновский. Кто говорит Супермен? А чего оно? А, я понял. Так, ну а куда оно соскакивает? Оно просто слезло чуть-чуть в бок. А и вообще как-то неудобно. Да, если честно. Фу. Да их же куча этих чехлов, каких хочешь. У меня хоть каждый день. Я хочу столик. Я мой устраивать вполне. Черный обычный. А мне чехол. Нужен переливашка, потом арбуз. Ну сейчас же речь не про тебя шла, наверное, все-таки про детей, которые любят. И куда это мы залезли? Артур, ты себе новое место нашел спать, поваляться. Там я его еще не видала, чтобы он там лежал. Артурчик, так. У нас уже 10 часов. Уже как бы спать пора. Я тут все шью. Арина уже спать хочет, пошла умываться. Артурчик, не знаю, хочет или нет. Непонятно. Сегодня спал нормально. Как обычно. В 4:30, правда, заснул. Так что тоже неизвестно. Когда он тут ляжет сегодня. Непонятный режим у него. Каждый день разный. Вот занятие нашел. Ну, лазь, там безопасно. Это лучше, чем на подоконник лезть.